Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края, у себя на хозяйстве. Сегодня я хочу проставить витамины маленьким барашкам, овечкам. Вот у меня сегодня вот этим вот овечкам исполнилось 3 дня. 4 уже даже. 4 даже. 5. Вот им нужно ставить витамины, так как у нас дефицит йода и селена здесь на Урале. Нужно, чтобы не было беломышечной болезни, нужно ставить витамины Е-селен и Элевит на 3-й день жизни и потом через недельку повторно. Ну и потом время от времени, так примерно раз в полгода взрослому по голове тоже проставляю. Ну, в общем, так вот. И вот этим надо, у меня как раз уже прошла неделя, как я им ставил. Вот этому вот. Это у меня девочка. Вот этой, и там у меня барашек еще есть. Они по одному родились. Вот так вот. Ну, сейчас мы все это дело сделаем. Покажем. Прочитаем, поскольку надо. Так, а надо ставить нам, получается. Так. Миллилитра на 10 килограмм массы. Ну, многие советуют ставить его побольше, по кубику на голову. И вот Элиовит, по-моему, по 2 кубика, если не поймете. Так, посмотрим, неудобно. Неудобно. Так. Ну, взрослому по голове 1-2. Ягнята, козлята по одному тоже кубику. В общем, поставим по кубику того и того. Всем. Набираю сразу же 2 кубика. Чтобы сразу же поставить обоим по кубику. Ну, они брат с сестрой. Родились вместе от одной мамы, так что там никаких не будет нюансов. Надо воздух убрать. Ножки сюда. Вообще спокойненький. Баранчик. Спокойненький баранчик. Поставим Е-селен. Также по кубику. Yeah.
Еще раз повторю, в нашем регионе витамины нужны для того, чтобы не было беломышечной болезни, от которой они могут даже умереть, не принять меры. Вот барашек вообще молодец. Вообще хоть бы где-то дрогнул немножко. Да? Хоть бы немножечко где-то дрогнул, маковка. Вот и какой пацан, да? Вот какой пацанчик. Да? Как пчелка такая. Витамины поросятам. Мишка, бери, прикрой вот тех. А подожди, ты не пошел. О, самая тихая. Самая спокойная. Девочка? Ага. Дай залезу мне. Ну все, хватит дурбиться. Больнее будет. Иди, Лиза. Во, все равно собирай. Во. Смотри, попрятались. А ну, походи. Нет, не пускай их. А что нужно еще? Он за нас играет. Сука такая. Ух. Где ты? Обосрался уже? Вот таким образом обстоят дела на нашем хозяйстве. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока.